и призыв. И пришли сегодня в этот зал. Каждый из вас знает, по какому поводу мы здесь собрались. Мы будем сегодня с вами, все вместе, коллективно, желать скорейшего выздоровления нашему дорогому человеку, гениальному музыканту, композитору, исполнителю Ленечке Марговину. Вот, давайте как-то, ну не знаю. Вот, это ваши аплодисменты, которые дают спасибо большое. Дают мне уверенность считать, что все мы этого сегодня с вами желаем. Я хочу пригласить на сцену первого выступающего. Нас сегодня собралось довольно много. Гораздо больше, нас сегодня собралось очень мало, потому что всех, кто хотел бы сегодня выступить, просто этот зал не вместил бы. Я думаю, что если понадобится, мы будем здесь собираться еще и еще. Главное, чтобы у Лени все было в порядке.